Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рад вас приветствовать на своем канале в YouTube, а сегодня будет продолжение моей рубрики о грибах, а именно о лечебных свойствах грибных и препаратов, тех компонентов, которые являются лечебными и находятся, естественно, в этих грибах. Было уже много выпусков, будут и другие, а сегодня речь пойдет о лисичке. Гриб лисичка вы, конечно, знаете прекрасно все, кто-то ел его жареным, вареным, в разном виде, но сейчас я буду говорить именно о практическом использовании, каким образом с помощью этого гриба можно лечить те или иные заболевания, какие именно. Это очень важно. Сейчас сами все поймете, слушайте до конца, информация важнейшая. Ну, во-первых, лисички – это антигельминтное средство, то есть противопаразитарное. Я имею в виду паразитов плоских, ленточных, круглых, червей, гельминтов. Ну и, конечно же, второе свойство лисичек уникальное – это гепатопротекторное средство. Прекрасное средство для очищения и регенерации клеток печени гепатоцитов, а значит, печени в целом. Об этом я сейчас подробно вам и расскажу. Но вначале буквально пару слов о природе. В природе лисички используют дикие животные, начиная от мышек, белочек и до более крупных, именно как антигельминтное средство. И в северном полушарии, и в России, и в Канаде гриб этот растет. Существует много разновидностей. Существуют ложные лисички, очень горькие такие. Это не лисички настоящие. Но суть в том, что в лисичках во всех в том или ином количестве содержится уникальный полисахарид, называется хиноманоза. А что он делает? А он и делает то, что он как бы уничтожает, перфорирует оболочки яиц гельминтов, прерывая даже цикл размножения тех паразитов, которые могут размножаться в организме своего хозяина. Ну, естественно, он гонит из организма взрослых червей и личинок. Так вот, такими мощными свойствами, включая воздействие даже на яйца гельминтов, не обладает в природе больше ничто. Не обладают такими свойствами химические препараты, но об этом чуть дальше. Кстати, вы не задумывались ли, почему? Все грибы могут быть червивыми, ну, а лисички никогда, именно по этой причине. Конечно, тема гельминтизации, тема паразитов крайне важна. Я не то, что прям настоятельно рекомендую, я прям хочу вас чуть ли не заставить посмотреть все-таки мою лекцию «Не полениться» от 13 мая 2014 года. Сейчас она будет, обложка показана на экране. И ссылочка будет на переход дана под этим видео. Нажмите еще и перейдете потом в конце лекции. Зачем? А для того, чтобы вы все поняли, как все устроено. Лучше любого врача вы будете понимать, как происходят вот эти циклы заражения, переходы, жизни внутри человека, внутри промежуточных животных-переносчиков, каким образом заражается человек теми или иными паразитами, к чему это приводит, к каким последствиям, как это проявляется и у детей, и у взрослых, ну и, собственно говоря, как можно вылечиться, как исследовать. Все полностью, это ценнейшая лекция, да, она идет 4,5 часа, но извините, но это важнее, чем посмотреть какой-нибудь идиотский фильм по телевизору или даже прочитать, пусть даже самую интересную книгу. Ну, вот я вам это советую. Ну, поэтому не буду сосредотачиваться, так сказать, подробно сейчас, поскольку все это уже мной рассказано в других открытых лекциях, которые у меня на канале есть. А потому скажу лишь, что, например, такие даже простые заболевания, как энтеробиоз, поражение острицами, настолько распространены, что любой ребенок, особенно маленький, всегда болеет, тем более потому, что не соблюдают люди правила гигиены, а тем более маленькие дети поражаются. И этот цикл в организме постоянно порождает новых и новых поколений этих паразитов. И бывают даже такие случаи, я не хочу пугать, это всего лишь констатация факта, когда даже ко мне с консультациями обращались и другие. И врачи, и биологи этот факт постоянно замечают, кто понимает хотя бы в чем дело. Когда ребенок прямо задыхается, реанимацию вызывают, хрипит, дырку делают в трахее, трубку вставляют для воздуха и просто вываливаются черви. Да, потому что миграция идет по бронхолегочной системе личинок, некоторых видов паразитов, также по лимфатической системе. В общем, смотрите мою лекцию 13 мая 2014 года, будете знать. Конечно же, есть средства, такие как травы, например. Может быть, вы знаете по Семеновой, тройчатку, где пижма, там, полынь используется и так далее. Да? Но я вам хочу сказать, давайте так, чтобы вы знали, а не верили кому-то на слово. Это хорошие средства, но только они для того хороши, когда есть взрослые формы тех или иных видов гельминтов, которые в кишечнике в данный момент времени, я подчеркиваю, в данный момент времени обитают. И вот их можно выгнать с помощью трав, но никогда не выгнать, например, мигрирующих личинок и, скажем, вот, к примеру, личинок таксокара, это собачья аскарида, которая в определенной стадии своего развития
живут на глазном дне человека. Там много бета-каротина, они употребляют, невозможно выгнать никакими травами. Поэтому давайте, если вы не хотите, так скажем, экспериментировать со здоровьем, и тем более я предостерегаю вас, упаси бог, что называется, потреблять такие средства, как пирантел, вермокс, декарис. Подробно об этом в той моей лекции, которую я вам уже сказал, и больше повторять не буду. Вот я там подробно рассказываю, к чему это приводит. Вкратце скажу, многие эти препараты, которые, кстати, разрабатывались под конкретных видов паразитов, не действуют на другие виды, а у человека порой зачастую разные виды одновременно живут. И поэтому это лечение просто бессмысленно. А побочные действия таковы, что даже можно получить рак крови, рак печени. И в первую очередь страдают фильтры нашего организма от химических страшных вот этих веществ ядовитых. Это печень и почки, два наших фильтра. Поэтому в природе есть все. А как вы думаете, если бы в природе не было бы всего, что было бы достаточно для здоровой, полноценной жизни человека и других животных любых, для того, чтобы вылечить любое заболевание, чтобы устранить любую проблему и чтобы не допустить любую проблему, неужели вы думаете, что существовала бы природа? Это же законы логики и диалектики, конечно, не существовало бы и природы. Поэтому есть в природе все, да мы люди уже забыли, хотя наши предки это знали и передавали в поколениях. Ну, об этом я как раз подробно рассказываю в своих других разных лекциях. Ну, а сейчас я следующее вам хочу сказать, что лисички, дорогие друзья, вот это концентрированное вещество хиноманоза, абсолютно, во-первых, натуральное вещество и натуральное средство, ну, сами понимаете, и не вызывает побочных никаких вредных действий. А более того, действие его, кстати, основано на том, что оно как бы, понимаете, не отравляет гельминтов, и они не погибают, как правило, в организме, а потом разлагаются, и вот эти токсины травят нас. В отличие от химических, кстати, средств. Вот. А вот внедряются в слизистую оболочку покрова, вызывают как бы блокировку у взрослых особей нервных центров, вот этих самых паразитов, гельминтов, и они выводятся из организма уже с помощью наших выделительных систем. Так вот, поэтому не поражаются жизненно важные органы человека в результате потребления грибов лисичек. А вот как потреблять? Чуть дальше расскажу, ведь если вы их сварите или сжарите, все, разрушаются полезные вещества и свойства. Давайте скажу про второе свойство, а потом поподробнее про то, как применять, в каких случаях, какие дозировки, все вам расскажу. А вот второе как раз уникальное свойство лисичек – это гепатопротекторное средство, то есть лисички лечат заболевания печени. Какие заболевания? Очень многие. Но, во-первых, надо сказать, что если есть фиброзные какие-то изменения, что называется, вплоть до циррозов, конечно, тут нужна комплексная терапия. Например, из трав я рекомендую расторопшу. Просто берете семена расторопши, хорошие только органические, тут уж важно. И размалываете в кофемолке по столовой ложке этого порошка, 3 раза в день до еды, минут за 20, 30, 40, час до еды. Запивая теплой водой стаканом 3 раза в день, но долго, в течение полугода или больше, в зависимости от стадии поражения печени, смотря какие заболевания, но даже гепатит С лечится, а тем более применяя вместе с этим, вот этим средством расторопши, я имею в виду, лисички и трутовик лиственничный, другой уникальный гриб, о котором уже была моя лекция, было мое видео, посмотрите, найдите. Так вот, как действуют лисички на печень, да? А вот как раз дело в том, есть специфические полисахариды, не только хиноманоза, конечно, а и другие в лисичках, которые вот назвали К10, условная аббревиатура. И уже вот, к примеру, в Германии используют, практически лечат, например, гемангиомы печени. А знаете, что это такое? Это красные проявления на коже такое. Это красные пузырики, маленькие, миллиметра 2-3, как бы накачанные, как вздутые микропузырьки красного цвета, ярко-красного. Это проблема печени, знаете. Так вот, например, лечат жировое перерождение печени, всякие гепатит С, и не только, ну, С просто самый, один из самых опасных видов гепатита, то есть в том числе вирусные заболевания и прочие изменения, связанные как раз именно с этим органом важнейшим. А теперь о том, можно ли собрать, вы спросите, лисички самим, ведь вы же собираете или многие из ваших знакомых, и применять. Тогда я скажу и да, и нет. Почему так? Да, можно, но как тогда в этом случае принимать? Вот тут природа, во-первых, с нами говорит опять, ведь каким образом? Вот что такое истина в этом смысле? Ну, это законы природы. А природа с нами говорит языком причинно-следственных связей и неких таких биохимических процессов, которые идут так, а не иначе, вне зависимости от наших верований, там, знаний, самомнений и так далее. Правда ведь? Правда. Так вот, полисахарид хиноманоза, который как раз, скажем, гонит из организма гельминтов, работает только, остается живым и дееспособным, работает, если
Термообработка лисичек не была выше 38 градусов. Кстати, то же самое по грибу шиитаке с его полисахаридом лентинаном, который как раз заставляет макрофаги и другие иммунные клетки работать активнее, выделять больше на своих мембранах перфорина, который растворяет раковые клетки оболочки, тем самым, так сказать, убивая раковые клетки, способствуя дальнейшему их убийству нашей иммунной системой. Так вот, 38, понимаете, вот этот порог 38, 42-43 – я про это постоянно в своих лекциях говорю. Природа нам это постоянно показывает. А есть еще люди, которые до сих пор сопротивляются, отстаивая свое любимое жаркое, так сказать, и извращая законы природы, и пытаясь еще как-то решить проблемы нерешаемыми путями. Потому что, да, можно что-то временно решить, но убить что-то другое. А в природе, вот по ее законам, по ее логичным вот этим законам, говорится только так, что только живая клетка может дать другой живой клетке энергию, строительный материал, лечебные там какие-то компоненты и так далее, если она живая. Но если мы варим-жарим, мы уничтожаем все, по крайней мере, лечебные свойства. Тем не менее, сырыми лисички, конечно, вы можете, и их только надо есть сырыми. Но тогда имейте в виду, курс лечебный идет месяц. И вам придется в течение месяца 3 раза в день для взрослого человека 50-60 килограмм весом по горсточке лисичек съедать, вот прямо на руке, что вмещается с горочкой, это много. Есть другой способ, можно засушить, но тогда до 38 градусов, как вы уже поняли, есть специальные дегидраторы, правда, мало есть каких моделей, и это сложно, чтобы до 38, а не до 43, как в основном производят оборудование. Есть, конечно, промышленные, у нас есть такие карбоновые, вакуумные дегидраторы, и тогда можно было бы потреблять 3 раза в день тоже до еды, опять-таки сколько? Тогда это примерно в 10 раз меньше по массе, чем... Значит, вот я говорил сырыми, объем которых я примерно сказал. Там плюс-минус точно не важно. Не страшно, больше съедите, ничего не будет с вами. Но если вы хотите солить, замораживать, спросите вы меня. Все, я вам сразу отвечаю, чтобы вы не писали эти вопросы. Разрушаются вещества хиномоноза. Только два варианта, как я сказал. Либо третий вариант. Есть готовые препараты. Вот мы сотрудничаем с Центром фунготерапии. Есть препарат лисички готовый. Это концентрированное вещество хиномоноза, которое в нескольких капсулах содержит ту дозу, которая вот содержится в горсти с большой, так сказать, с большой горочкой. Какую дозировку применять и как? Ну, об этом я вам сейчас скажу, если вы решите все-таки пойти простым путем, потому что не каждый, во-первых, сможет постоянно собирать на своем столе в течение месяца иметь свежие лисички, но только разве что те, у кого есть время и проживают за городом, где есть леса, где они произрастают, и то, если в этот год они в течение месяца будут постоянно, вы сможете есть. А только так. Лесные жители-то, вы спросите, ну, так они понятно. У них нет наших людских проблем, забот, и поэтому они могут есть, собственно, чем и занимаются, поиском и питанием целый день. Ну, а мы люди нет. Потому есть такое, что называется цивилизованный путь, это применение концентрированных вот этих препаратов. Итак, как применяется? Итак, я скажу для взрослого человека весом 50-60 килограмм плюс-минус. Значит, лисички, препарат по 3 капсулы 3 раза в день за 30 минут до еды. Итого на один текущий месяц лечения пойдет 5 баночек, потому что в каждой 60 капсул. Второй грибной препарат – это шиитаке водорастворимая форма. Это, конечно, не напрямую оно воздействует, эти вещества и этот препарат, на паразитов. Нет, конечно, просто укрепляет иммунитет, потому что в момент того, когда паразиты выходят из организма, иммунитет человек ослабляет. И поэтому есть такая методика, состоящая из 3 грибов. Это и так называемый системный подход. То есть, первый – лисичка, действующее вещество. Второй препарат – шиитаке, только водорастворимая все-таки форма, кристаллическая, потому что это самое сильное, концентрированное, так сказать, вот вещество. То есть полисахарид лентинан – это чистый полисахарид, который как раз в водорастворимой форме, в сухом кристаллическом порошке, в так называемых саше-пакетах. В коробочке одной идет 30 саше-пакетов, а потреблять надо по одному саше-пакету 2 раза в день за 20 минут до еды, то есть 2 коробочки пойдет на один текущий месяц лечения. Нужно будет вам. И третий препарат – это трутовик лиственничный, который является мощнейшим гепатопротекторным средством, которое будет помогать восстанавливать печень. А ведь на печень приходится в момент дегельминтизации очень большая нагрузка. Так, так. И поэтому это важно. Так вот, по 2 капсулы 3 раза в день за 10 минут до еды запивая водой. Каждый препарат запивается водой. Между каждым грибным препаратом и последующим пауза 8-10 минут. Обязательно. В момент применения грибных препаратов
Это общее золотое правило фунготерапии. Никаких грибов в пищу других видов есть нельзя. Ну и, конечно, вот этот месяц – это полный курс. Дополнительно я рекомендую одну свечу лисичка ректально на ночь раз в 3 дня. Если, соответственно, ребенок маленький, вот вы спросите про детей, кто-то обязательно, то я скажу следующее. Вообще де юре нельзя потреблять до 5 лет, потому что, ну, вообще до 6, да? Почему? Не потому что по факту нельзя, потому что не проводились исследования на детях до 5, до 6 лет и на беременных, и на кормящих матерях, потому что препарат зарегистрирован как БАД, потому что как медицинский препарат зарегистрировать безумно, дорого, долго и так далее, и на это мало кто идет не потому, что препараты плохие, а потому, что это система, проломить которую нужны огромные деньги, возможности, и далеко не все компании на это идут. Но что я вам хочу сказать, что де-факто, конечно, здесь нет противоречия, но все-таки, если вы захотите меньшим по возрасту детям, то, во-первых, нужно делить по массе тела. Вот, например, ребенок весит 20 килограмм, делите на 3. То есть будет уже по одной капсуле, а не по 3, 3 раза в день лисичек. Уже, может быть, если ребенок совсем маленький, проглотить не сможет трутовик лиственничный, его не надо. А лисичка, она сладенький порошок, его даже можно маленькому ребенку открыть капсулу. И просто порошок, он же полисахарид, он сладкий. Например, даже маленькому 3-летнему, скажем, по пол капсуле, начните 2 раза в день, можно все в порядке, увеличить до 3 в течение также месяца. Но уже, конечно, не надо. Шитаки или трутовик можно не давать в этом случае в виде исключения. Там можно применить и некоторые травы. Кстати, я очень вам рекомендую приобрести мой инфопродукт, а вернее мини-инфопродукт номер 14. Обложку вы сейчас увидите на экране, а под данным видео будет ссылочка, как его приобрести. Дело в том, что больше часа темпом высоким, как я сейчас говорю, даже выше, я четко излагаю там методики лечения комплексные, когда и почему, и зачем можно и нужно применять дополнительно травы, какие, как, плюс как очищать организм, чтобы убрать максимально возможно, убрать интоксикацию при том, что паразиты все-таки частично могут не вывестись из организма, остаться там и так далее в период проведения антипаразитарной программы и прочая ценнейшая информация. Поэтому я советую вам его все-таки приобрести. Это не те деньги, что называется, так сказать, потому что тема крайне важная. А тема эта важная для всех абсолютно, кто просто живет, что называется, не в лабораторных условиях. То есть для всех нас с вами ее вообще проходить надо 2 раза в год антипаразитарную программу. А кто идеально соблюдает правила гигиены, ну, хотя бы раз в год, для таких людей я практически не встречал. Далее. Какие еще могут остаться здесь у вас вопросы? Стоит ли обследоваться заранее на паразитов? Вы знаете, и да, и нет. Да, можно, но тогда надо просто, как я это все рассказываю в лекции по как раз паразитам, посмотрите, чтобы сейчас время на это не терять. Но можно и не обследоваться, потому что все равно методика лечения общая, единая, сильная, комплексная, одна, вот эта. Поэтому, может быть, и просто нет смысла. Кстати, я единственное, что уж не выдержу, вам скажу, дорогие друзья, вот опять я повторяю это во многих лекциях. Вот если кто-то, врач говорит, у вашего ребенка или у вас гемоглобин низкий, железа мало, там железодефицитная анемия, и врач при этом говорит всякие глупости, типа есть печень больше мяса и так далее, это называется полностью профнепригодность. Потому что уж ладно, вы не знаете, не специалист, но врач обязан знать, что не может быть у ребенка дефицита железа. Ну не может, если он не за Освенцина только. Просто не может этого быть. Это может быть у женщины, ну или там у мужчин, извините, если какие-то идут страшные кровопотери. Мужчина это, например, может быть только из пулевых отверстий, если язва кровоточит в желудке, так сказать, там 12-перстной кишки, допустим, проводная язва. Пожалуйста, это может быть. В других случаях 99,9%, что это паразиты. Ну, представьте, одна аскарида маленькая, да, высасывает 30 мл крови в день. А если их 10, это 300 мл. Вот и все. Я поражаюсь невежеству многих, не всех, конечно, не огульно я говорю, но многих врачей, даже я по практике сталкиваюсь, это просто ужасно. Как это можно не знать? Поэтому тема эта важна. Это я сказал. А говоря о второй нашей теме, о втором свойстве лисичек, это лечение печени, я бы рекомендовал здесь следующее. Ну, во-первых, начать надо обязательно с антипаразитарной программы для любого человека. И ведь смотрите, как интересно. Это не только избавление от паразитов, месяца достаточно, а это еще и как раз лечение печени, потому что 2 из 3 грибов, это лисички и трутовик лиственничный, они обладают как раз гепатопротекторными средствами. Это первый месяц. Ну, а второй месяц можно потреблять, например, дождевик, потому что он, посмотрите, кстати, о нем видео, он является
средством, которое выводит из организма тяжелые металлы, даже радионуклиды. И это было бы неплохо совместить таким образом. Например, за 30 минут до еды для взрослого человека по 3 капсулы дождевика 3 раза в день, то есть 5 баночек на месяц нужно. А за 10 минут до еды как раз трутовик лиственничный оставить по 2 капсулы 3 раза в день, то есть 3 баночки на 1 месяц. Таким образом, второй месяц пройдет у вас, а третий месяц можно, ну помимо расторопши или каких-то еще трав для печени, оставьте только трутовик лиственничный, как раз по 2 капсулы 3 раза в день, то есть 3 баночки на месяц. Вот. Что же касается вообще печени, темы, да? А, например, следствие заболеваний печени, а именно уменьшение пропускаемой способности клеток гепатоцитов для крови, являются такие болезни, как варикозное расширение вен, как следствие тромбофлебита, ну и, например, геморрой. Первопричина – это не заболевание кровеносной системы, а болезнь, проблема именно печени. Посмотрите мою лекцию о печени обязательно. И эту лекцию, возможно, еще другую. Там печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. Обязательно посмотрите. И вы будете знать все эти нюансы. У меня есть инфопродукты и по печени. Лечение, я имею в виду, болезней печени в комплексном подходе. Но вот и этот момент, который я вам сейчас порекомендовал, обязательно учтите. И это уже огромное дело. Огромное. Ну что ж, дорогие друзья, вот сейчас я осветил тему лисичек. Думаю, вам это было очень важно и полезно. Я советую вам, во-первых, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Более того, обязательно при подписке нажмите колокольчик, для того, чтобы просто не пропустить выход моих новых видео и посмотреть их. У вас будут уведомления приходить к вам на почту, но вы не пропустите в этом случае. Также я советую подписаться на мой сайт nadgar.ru, внизу есть рассылка. Можно подписаться, свою почту ввести, и вы будете получать от нас уже на свою почту уведомления, рассылки о выходе новых моих тоже видео, ну разных, других на разные темы, новых продуктов, технологий, какие-то интересные описания, советы и так далее. Поэтому советую туда тоже подписаться. И, конечно же, эти препараты, вот этот прямо набор антипаразитарный, готовый уже, вы можете приобрести на моем сайте nadgar.ru, вы сейчас его видите перед собой. Это сделать очень легко через каталог, там есть такая даже поисковая строчка, можно вбить антипаразитарный набор. Либо посмотрите по разделам, по каталогу, какие есть подразделы, возможно, вас заинтересуют наши органические продукты питания, какие-то приборы по воде те же, да, и прочие товары. И единственное, что я, наверное, упустил, а вы, может, будете спрашивать, вот чтобы не спрашивали, скажу сразу, там в наборе есть еще крем лисичкой. Так вот, он нужен для того, если есть какие-то проявления на коже проблемные, предполагаемо связанные с наличием паразитов. А на коже всегда, вы знаете, да, отражаются проблемы внутреннего состояния организма. Как правило, это, конечно, показатель грибков-паразитов. Я имею в виду грибков-микромицетов, дрожжевых, плесневых грибков, типа кандиды, там, аспергиллиуса, ботритиса и прочих. Но, конечно, еще это и проявление интоксикации организма, попытки вывести через кожу эту часть, это тоже выделительная система, когда не справляется печень, почки, ЖКТ, тогда на коже появляются, особенно в местах сосредоточения лимфатических узлов, вот эти различные псориазы, дерматиты, нейродермиты. Но бывает даже такое, что, убрав из организма паразитов, проходят папилломы сами с собой. Это бывает не всегда, но это тоже бывает. Поэтому давайте так, я вам советую чисто по-человечески. Начните очищение организма, начните просто профилактическое лечение с обязательным прохождением антипаразитарной программы. Это самое главное, что для начала нужно обязательно сделать любому человеку для лечения дальнейших, лучших лечений или более легких любых проблем. Ведь поймите, сколько проблем создают паразиты в нас. Выделяют в нас яды, токсины, потребляют ценные питательные вещества или кровь напрямую, в зависимости от видов и их питания. И вот убрав их, мы снимаем нагрузку колоссальную с нашего организма, и тогда уже у организма руки, что называется, дойдут до решения застарелых проблем, с которыми вчера еще наш организм просто физически не мог справляться. Потому что и питание неправильное, и прочие дела, если, конечно, это таково, и плюс еще фактор паразитов. Чем меньше факторов отрицательных на нас с вами воздействуют, тем гораздо больше возможностей для борьбы с любыми проблемами, даже самыми старыми. И обязательно посмотрите мою лекцию «9 причин болезней». Обязательно.
Я советую большую, вот эту четырехчасовую, когда вы поймете вообще все, как устроен наш организм, как все функционирует, каковы причины и первопричины наших болезней, что делать, чтобы этих болезней не было, либо их излечить. Обязательно посмотрите, особенно покажите это тем, вот таким упертым людям, которые живут для собственного только брюха, ни о чем не думают и желают верить только в то, во что им приятнее верить, чтобы успокоить себя и не думать, и не менять ничего, и плыть спокойно по течению. Только обухом по голове все равно такое течение веслом даст обязательно. Поэтому к природе надо повернуться лицом, а не задом. А если мы поворачиваемся задом, то пинок обязательно получим. Но кому от этого будет лучше? Желаю вам, дорогие друзья, здравомыслия, ну а как следствие, в том числе и здоровья, если вы проявите еще небольшой труд и потом не будете лениться. Ну вот, пожалуй, и все. До новых встреч. Обязательно будут выпуски о новых грибах. А вы пишите, о каких вы хотели бы услышать, в комментариях под этим видео. Ну и оценивайте данное видео. Обязательно ставьте лайки. Чем больше их будет, тем больше у меня будет стимулы делать новые видео. Ведь это тоже мой труд, работа, на которую я трачу время. Я очень хочу, чтобы я не напрасно тратил время, которое я вполне могу потратить на совершенно другие важные свои дела. Их у меня очень много. Ну, всего хорошего. До новых встреч.